Давай, 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 зажимай. Да, пожалуйста, ну не трогайте меня. Отвали! Я тебя ударил. Блин, круто, круто, круто. Выживаем дальше. Зажимай. Ай! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Куё, Каньон, Кабанчик, Дар Драгон, Серега, Чебузаврик, Пика. Пацанчики, поздравайтесь. Всем приветики, омлетики. Серега предложил очень крутую идею хаги-ваги против аниматроников. Поэтому, если петь кушать и приятного аппетита, Серега у нас будет злой хаги-ваги, а мы будем пытаться выжить и не слиться. Че, я не он кабанчика убил. А ты ли уже? Да. Он что, мочит? Он взял быстрого аниматроника, я в углу зажал, убил. Серега, видишь, сразу видно, ты профессионал. А ты за мной гоняешься? Это ты? Да, я, Серега, блин, это я. Я танцую, ты что, не видишь? Хаги-ваги танцую. Кстати, кто хочет посмотреть, как я пройду вторую часть, потому что первую-то я прошел, ставьте 3000 лайков, я сразу пройду Puppy Playtime вторую часть. Ты что, меня убить хочешь? Серега, давай, ты можешь. Пацаны, Серега, они в здание забежали, лучше пошел бы во внутрь здания, замочил бы. Я вон чебузаврика. Я вижу, давай, мочи пингвина вонючего. Все, блин, главное не останавливаться. Уже три? Ай! Да. Ай! На тебе! Да я бы, да почему вы такие быстрые? Вы бьете на расстоянии. Серега, можно еще один шанс? Ладно, давай, еще один шанс. Ну ты, блин, сильно мощный, я ж не знаю, что такой мощный. Ой, я взял побыстрее. Отлично, ребятушки. Ну что, я готов. Спорим, это что за там чебузаврик забежал, в дом? Я сейчас тебе такое устрою. Я что, думаешь, в дом не могу забежать, а? Блин, обидно. Я хаги-ваги. А ну иди сюда, уродец, а? Я тебе помогу. Че думал? Давай, зажимай его. Че думал, хаги-ваги не сможет забежать в дом? Хаги-ваги может куда угодно протиснуться, ты засранец. Спорим, мы на последнем пути искать. Блин, я так прикольно сижу здесь, наблюдая, как пацаны хотят убить меня. Тут пингвина зажали. Куёка минус. Отлично. Куёка! Нет, я еще. Да, все. Чего? Нет. Уже четыре хаги-сраки. Пять должно, уже пять. Пять? Пять? Я нашел. Нифига себе. Так, Серега, я, короче, жду тебя там, где столбы. Столбы, опять ты за дурака меня держишь. Нет! Нет, столбы, иди сюда, говнюк. Чё нет, ребята, нет, я буду жить. Блин, я так испугался. Нет. Это, Серега, ты прибежал ко мне? Да, это я, чё ты. Молодец. Я думаю, что тебя не знаю, хитрюгу такое. Мог запрятаться. Ребята, быстро на центр. Да нет, не надо, пожалуйста, не убивайте меня, я очень добрый. Зажимайте его. Кстати, Серега, знаешь, какое будет последнее выживание? Когда ты будешь один, а мы будем все хаги-ваги против тебя одного. Да нет. Представляете, такое мясо сделать. Зажимайте Диму, что вы делаете? Давайте. Диму зажимайте Диму. Круто, я обманул. Блин, классно, я один остался. Нет, еще двое. Ну давайте по-честному, я-то проиграл, просто Серега дал мне второй шанс. Ничего, мочим его. Вон, смотри, сколько. Ай! На тебе. Да, Серега, отвалите! Мочить этого засранца, а не масроника. Да можете отстать от меня, дайте мне жизни, пожалуйста. Не дадим мы тебя съедим, блин. Ты превратим тоже в хаги-баги. Блин, повезло. Ну отвалите, ну пацаны, блин, так страшно играть. Блин, точно заслуживает лайкосика и классного комментария. Гоните пока Диму, я пойду поищу какого-нибудь засранца. Кстати, еще один должен выживший быть. Да, я где-то слышал пингвиненка. Ага, я, кажется, вижу его. Тут вопрос, как он туда попал? Так, Драгон, если ты залез туда нечестным способом, ты сам... Ай! Ай-яй-яй! А, он залетел на В, наверное. Ну, нельзя, нельзя. Нельзя, да? А видишь? А он залетел. Ну, забаним его, если будет так делать. А меня там нет. Такие чувства боли. Где Дима? Да отстаньте от меня, Серега, пожалуйста. Вы можете от меня отстать? Вот кто-то отстаньте. Ну, пожалуйста. А вон он, Дима, беги. Тебе все равно не убежать.
Хаги-ваги идут за тобой, Дима, тебе конец. Тоби хана. Я пошел в комнату, я в комнату зашел. А блин, Серега, думаешь? Не заходи в комнату. Нет, нет, а нет. Они могут зайти в комнату, что ты думаешь? А он на лифте поехал, Дима. Есть, ребята, есть, я обманул. Блин, классная серия получается, когда у меня получается выживать. Первый, блин, комом, но второе выживание очень четкое, мне нравится. Ничего, ничего, ты пока что живой. Пока. Да, ребята, я наверху, ура. Ну что, щенки, что вы мне сделаете? Ну, сейчас Дима... Да в лифт едет. Давайте сейчас все втроем туда залезем. В итоге я единственный поехал. Один залез только. Сейчас я Диме подшлепник дам, и он упадет. Давай ему. А у него он сейчас упадет все равно, и у него хп. Не, не упадет, я не упаду. Все, минус драгон, что думаешь, я тебя не увидел, хитрый га? Не сейчас. Ну давай, иди сюда, тварь. Я что ты мне сделаешь? Не Дима, получу. Ты последний остался, я драгону. Да-да-да, отлично, отлично. Тут я соревнуюсь, а. Хаги-ваги. А! На, тварь! Посмотри. Тварь, укусил меня! Тут ужалил, давай, ужалил. Давай, мочи его, мочи. Да, пожалуйста, гони. Не трогай меня. Гони его. Блин, а сейчас эпилепсия схватит из-за этой вонючей камеры. Эпилепсии звонить. Стекла бьются только так. Офигеть, офигеть, ребята, выживаем. Зажимайте дальше. Его. Дима, зажимайте ну, Дима. Его добить надо. Давай, зажимаем. Да пожалуйста, ну не трогайте меня. У тебя отвали. Ударка, Дима. Я тебя ударил. Блин, круто. Выживаем давай, дальше. Зажимаем. Ай! Пошлёпнем. Последний подшлепник остался. У меня в жизни один шлепок осталось. Один шлепок. Один шлепок, давайте, пацаны. Шлепок по жопе Диме. Я, кажется, знаю, где Дима. Он зашел в здание. Да, он в здании. Он спрыгнул, кажется. Да, он спрыгнул тут. Да блин, ну почему я не побежал дальше? А Еще один. Еще один есть? Блин, это было такое крутое выживание. Это одно из самых лучших, которые я играл. Блин, ну круто. Я его нашел. Давай, мочи. Любое оружие, даже перегвоздатель можно. А вон он. Мочите его. Мочи. Мочи. Давай. Мочи, подлеца. Ну блин, ну ты зараза, а. Он уходит. Пошлепник моему два так далее. Все. Давайте мочить его. Он вовнутрь забежал здание. Не, ему как минимум 5 или 6 надо пошлепников давать, вы учитываете это. Это мы так сейчас уже дадим ему, все нормально. Эй, обманщик, ты как я играешь, что ли? Есть! На, подшлепник. Где он? Не, не забил, не задел. А, он нельзя жизни тратить так. А как же мы хотим, чтобы он оружие использовал сегодня аниматроник он? Не, он аниматроником нас мочит. А, да, кстати, может аниматроников нас мочить. Давай, мочи нас. Хорошая тактика. Так, окружаем. Последний подшлепник остался. Давайте, разочек. Есть! Это был кто? Я, наверное. Это Хаги-Ваги был. Серега, давай, теперь ты бери один, а мы все против тебя. Посмотри, сколько ты продержишься. Я тогда побыстрее, может, взять или как? Да, ну, на два сначала таким, а потом, если что, другого возьмешь, если быстро проиграешь. Ну-ка, погодите. Так. Окей, пойдет. Все, я вроде бы взял. 3, 2, 1. Погнали. Ну что, Сережечка? Вот и настал твой черед, прочувствовать. Это не я, это чел какой-то взял. А, это не ты. Давай, Серега, мы будем за тобой гоняться. Блин. Я вижу, Серега. Вот это, да, Серега гонится? Ай-яй-яй! Есть! Серега, нам надо еще быстрее Кэта брать, самого первого, он быстрее. Да пофиг. Шлепник! Давай. Все, угол. Серега, давай тогда быстрее. Давай быстрее. Кэт быстрее или Рэд? Самый первый. Окей, все, я Рахита какого-то. Он прям намного быстрее, сейчас увидишь разницу. Давай, 3, 2, 1. Сережка, давай. Я как раз за этого и выживал. Дольше всех. Ну, по давай, сути, удачи. Не дольше всех, но за мной вы меня жестко троллили. Так.
Я жду Серегу здесь, все равно выйдет. Аги-ваги и это любят Серег. Серёга. Нашли? Серёжа, ну что ты? Ну где он, Серёжечка-то? Он меня пытается испугать. Так, 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 так. Я сюда пойду. Вот говню. Есть так контакт. Так тебе не надо, тварь. Извини, хуёк, обстоятельства. Просто на радостях мочу всех. Так вы что, Серёгу вытравили, делали? Ещё. Ах ты крыса, я иду тоже туда. Сейчас тоже сдохнешь. Да? Да. Так как? Как он это делает? Он просто подходит, он видит, что мы идем и вот так, блин, надо. А быть. Где он? Подскажи, где он? Он там за углом прячется. Дали. Ты тварь! Слазь! Он наверх уехал! Ах ты говно! Давайте, я жду его тут внизу. Вытравливайте его сюда вниз. Серега, я должен тебя убить. Серега, молодец, троллит нас, молодец. Только я его не вижу. А где он? Он, короче, на другой базе уже. Перешел тут. Да как ты это делаешь? Стекла там ломает. Мы стекла покупали за 5 рублей. А ты их сломал. Вижу я его. За 40 гривен ты шо? Вижу убийцу стекол. Давай, слазь, сынок. Я ломаль стекло. С зубами. Настроение, ребята, классно. Так что, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Пообщаемся, повеселимся. А, мы можем прыгать. Так мы прыгать могли. Ё-моё. А прыгать могли? Давай, за ним. Вы на расстоянии бьете, не забывайте. Вы бьете на расстоянии. Я его преследую. Давай, скидывай, бей. Бей, подстрачивай. Давай. А ты задрал, убийца Хаги-Ваги. Пока. А ты задрал. Пока Киот. Ну как тебя убить? Никак, я придумал, и я и выживу. Ах ты, зараза такая. Я первый. Все за ним. Ах ты, тварь. Есть, Серега, это был я. Ну что, ребята, я подобрал к Сереге тактику. Нельзя его было близко подпускать себе. И поэтому Серега у нас что сделал? Слился. Ну, Серега, ты намного интереснее, чем я выживал. Очень прикольная карта, особенно вот этот лифт, очень имбовый. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Ух ты, прилетела. Все, дым пошел с компьютера. Пока. Это сейчас...